Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Измени свою жизнь». Мои дорогие, я рада всех-всех вас приветствовать на своем канале. И сегодня я в очередной раз отвечаю на ваши вопросы. У меня очень много вопросов поступает в соцсетях, в WhatsApp, куда я планирую в этом году в отпуск. Мои дорогие, в отпуск в этом году я не планирую, к сожалению, поэтому никуда не еду. Буду отдыхать дома. И очень много вопросов по поводу того, вот мне сегодня написали 3 девушки в WhatsApp. У них очень большая проблема, они хорошо похудели. Одна даже, Наташа, мне отправила свою фотографию, что после похудения появляются лишние морщинки, обвисает подбородочек, и как бы там какие бы масочки она ни делала, все-таки все это сохраняется. Мои дорогие, я вам клятвенно обещаю, что я буду посещать салоны, я буду интересоваться у косметологов, я обязательно буду снимать видео на эту тему, как же улучшить наш овал лица после похудения, описание подбородка и так далее. Это обязательно. Я всю эту неделю практически буду посвящать именно этому. Я буду ходить. Очень много вопросов по тому, как ухаживать за волосами, потому что во время любой диеты, похудения, ну, возможно, это связано, возможно, не связано. Все-таки тоже у специалиста надо проконсультироваться. Я обязательно схожу по поводу ухода за волосами. И все-все буду вам снимать и показывать, мои дорогие. Я понимаю, что все, вот посещать салоны, это очень дорого и накладно. Не каждый пенсионер сможет это сделать. Но, тем не менее, видео такие я снимать буду, показывать, рассказывать именно советы специалистов. Возможно, кто-то себя сможет побаловать хотя бы какой-то определенный период. Может, кто-то подарит там вам такое посещение и так далее. И обязательно эти видео я буду выставлять. Я знаю, насколько необходимы, знаю по себе, потому что овал лица действительно меняется, дополняются лишние морщинки, вот эти вот мимические складки опускаются, подбородок, естественно. Поэтому, мои дорогие, все видео, которые я снимать буду в эту неделю, обязательно смотрите. Они будут очень познавательные. Я договариваюсь с людьми, я снимаю для вас и очень надеюсь, что это будет для вас ценно, мои дорогие. Поэтому на этой неделе у меня план сходить к косметологу, сходить в другой салон по поводу ухода за волосами. Возможно, будет поход по лимфодренажному массажу, схожу к массажисту. В общем, все видео, мои дорогие, я в эту неделю просто обязуюсь вам выставлять. Смотрите, пожалуйста, у меня вчера проблемка, ну не вчера, на 2 дня назад, перед тем, как идти на педикюр, я же хожу каждый день 10 тысяч шагов, да, хожу в хороших магазинах, и они уже у меня проверенные, кошеные, добротные, ни мозолили, ничего. А тут за 2 дня, как идти на педикюр, я смозолила так, мои дорогие, мизинец пальца, он у меня так воспалился, так болит, так больно. И если вы напишите какие-то рецепты, как с этим бороться, я буду вам всем очень признательна. Просто болит, ну ужасно. Я даже не ожидала, что вот такое может быть. Завтра у меня очень много планов. Я должна быть в форме. Вот как-то надо сегодня обработать, чем-то намазать. Если будете писать рецепты по поводу ухода мозоли на пальцах ног, я буду вам признательна. Итак, мои дорогие подписчики, пишите, задавайте свои вопросы, какие вас темы интересуют. Я обязательно по каждой вашей теме буду стараться снять видео, чтобы они были очень информативны и очень вам полезны. Поэтому, мои дорогие, смотрите, я делаю это для вас, чтобы ну, как-то какие-то чтобы знания, какая-то польза от моих видео, конечно, вам была. Итак, мои дорогие подписчики, гости моего канала, кто зашел и не подписался, не забудьте подписаться, будет очень много интересного. И все, мои дорогие, не забудьте, не пожалейте поставить лайк. А пока, мои дорогие, пока-пока.